Сегодня, 1 апреля, свой 35-й день рождения отмечает популярный российский певец Сергей Лазарев. Сбегут мне гузы, по сихоты пою за мавода, по асфальту якой. И неясно, похоже, это день, и похоже, почему. Я веселый такой, я играю на гармошке у похожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Пам-пам-пам. Он родился в 1983-м и с детства пел в ансамбле вместе с братом, потом стал участником детского ансамбля «Непоседы». Там же выступал Влад Топалов, с которым они организовали музыкальный проект «Смэш» и выступали вместе 3 года. В 2016-м Сергей занял на конкурсе Евровидения 3-е место. Сегодня, в день рождения, он выпустил новый англоязычный альбом «The One», который продвигает музыкальный лейбл Sony. Канал «Сплетники» поздравляет кумира миллионов, отличного певца и шоумена Сергея Лазарева и желает ему творческих успехов. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило. 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок, как мне найти любовь твою? Я с ума сойду, и не на месте голова, это все она. А как вы относитесь к творчеству певца? Как считаете, он действительно один из наиболее прогрессивных артистов российской эстрады? Пишите свои варианты в комментариях.